Ребят, всем большой привет. Всем доброе утро. Утро у нас начинается с того, что сегодня я отвезла Марселя в школу. Погода на улице пасмурно. Ветра нет. Не сказать, что сильно холодно. Дома, кстати, холоднее, чем на улице. Я приехала со школы первый раз. Обычно я сразу сажусь за монтировку. Всегда там замонтировать, чтобы видео, да, смонтировать. Или там прибираюсь дома. Сегодня первый раз, когда я приехала, плюнула на все, упала под плед и смотрела влог. Смотрела свою любимую... Нет, не любимую. Смотрела своего любимого блогера. Одного из любимых блогеров. Будет правильно так сказать. Оксана Воронина. Ей большой привет, Оксаночка. Я знаю, что ты тоже смотришь. Вот. Смотрела влог. Под одеялом. Ой, простите. И даже не хотела вставать. Вот реально, у меня осталось минут 20, мне нужно ехать к Марселю в школу. Мерить сахар. Я сегодня не накрашена, ребят. Знаете, почему я не накрасилась? Потому что сегодня к обеду приедет мой парикмахер домой. И будет заниматься моей головой, моими волосами. И надо будет мыть голову. И потом потекет косметика, я этого не хотела. В общем, я встала с дивана, закуталась в плед и пошла себе делать кофе. Сейчас я выпью кофе, раскачаюсь и потом уже начну все дела. Смотрите, букетик еще стоит. Довольно-таки хорошо, надо сегодня поменять ему водичку. О, какой большой, смотрите, мохнатый, ух. Ой, радует глаз вот такими особенно пасмурными днями, да, когда дни такие пасмурные. Так, теперь что у меня тут кабель валяется, нужно сейчас будет это все убрать, надо пыль протереть, надо кровать заправить. Марселя кровать я уже заправила, ну как заправила, сложила одеяло там, подушку все, окна открыты на проветривание, вот. Сейчас заправим кровать и потом протерем пыль. Потом я еще своей любимой шваброй на полу пыль протру. В общем, будем работать. Я всегда утром оставляю кровать, чтобы она немножко проветрилась. И потом заправляю.
Вот чем, ребят, я вооружаюсь обычно с утра. Это мой любимый ручной пылесосик. Это моя вот такая швабрка Свиферда. С сухой тряпочкой магнитной она пыль собирает. И вот такая вот метелочка. Я прохожу все комнаты вот этой вот сначала Свифером, этой тряпочкой сухой пол. Прохожу также подоконники влажной тряпочкой, уборку делаю, да. А потом, когда в зал перехожу, я занимаюсь вот этой вот кисточкой в основном. Стенку протираю. Здесь также это все с Свифером. Сейчас тряпочкой уберем на полу. И, в принципе, у нас прибрано. И такая вот у меня ерундистика творится каждое божье утро. Это всяко разно. Еще это такое происходит с такой вот шваброчкой. И только с пылесосиком где-то после обеда или к вечеру обязательно. Так что, ну, а уже каждый второй день я достаю большой пылесос, чтобы ковры пропылесосить. Вчера мы пылесосили, поэтому сегодня только такая поверхностная уборка. Ехала к Марселю сахар померить в школу. Смотрите, а он уже каштаны набрал. Он вчера мне домой притащил и сегодня. Эти каштаны. Марсель, у нас есть эти каштаны? Два. Тут их вон море. Мы на тэквондо ходим, там тоже море. Я сейчас вот сдала ему. Смотри, тут все в каштанах. И он мне домой каштаны постоянно без конца тащит. На колено становись, джинсы чистые. Иди играйся, не собирай их. Посмотри на меня. Чудо в перьях. Каштаны ты, мальчик. Смотрите, все усеяно каштанами. Вышла я уже со школы. Посмотрите, у нас все еще зелено, да? Но деревья уже видно, что береза вон желтая. Ну, по крайней мере, сейчас еще сухо. Хотя ночью шел дождь. Так затянуто. Ой, это школа мне уж. Вот это их спортзал здесь получается. Я вот тут припарковалась, но больше мест нигде нету. Слышите, мне кажется, даже здесь детей слышно отсюда. Хотя мы, в принципе, ну как, далеко от площадки детской, где в школе. Ну ладно, все, поедемте домой уже. И вот что получилось у меня с моими волосами. Все-таки я приняла решение, что стрижку мы сделаем, как у меня и до этого была. Здесь впереди удлиненно, сзади покороче, да? Волосы просто высушили, никаким утюжком ничего не проходили. У меня теперь блондирование, то есть у меня здесь были, получается, как это по-русски, я все это слово забываю, мелирование, да, в общем, спереди у меня здесь провели мелирование, также сделали тонировку. Тонировку я просила, чтобы был оттенок розова, такой фиолетовый, так он и получился, смотря на каком свету, если на дневном свете смотреть, да, Стеночка? Нет, еще подожди, сейчас надо сначала нам покушать. В общем, если смотреть на дневном свете, то волос играет, он более яркий, краски насыщенные. Если вот как сейчас при уже таком комнатном свете, да, то, конечно, выглядит это немножко все дело по-другому. Но мне самое важное, что седины у меня сейчас не видно, не видно у меня вот этих вот отростков длинных, да, как бы... Я очень довольна. Почему оставила именно эту длину? Потому что все-таки я собираю волосы в хвост, и мне без разницы, он короткий или длинный на данный момент, но за коротким, более таким волосом легче уход, как вы знаете. И, ну, в такое в холодное время проще помыть и привести голову в порядок быстрее. Такую длину можно как накрутить, собрать, распустить, выгладить и так далее, пока весь это будет вот так. У нас сейчас на улице пошел дождь. Поэтому я еще побегала по улице, и все это выглядит, конечно, уже не так красиво, как только мастер это все уложил. В общем, вот как-то, видите, вот сейчас вот тенек падает вот сюда, вот, да, вроде как с розова. Но, конечно, тонировка, она через несколько недель начнет уже смываться, и останется более светлый, такой цвет. И
И посмотрим потом, что будет. Но во всяком случае, это лучше, чем у меня что-то было. Я не хочу совсем коротко подстригаться, потому что иначе я потом не соберу волос. Вот, допустим, сейчас я заколю волос, потому что он мне сейчас уже реально мешает. Мне сейчас нужно заниматься домашними делами. Это загрузить стирку, стираться. Мы сейчас, наверное, будем печь оладушки с Марселем. Так что Марселю нужно учить английский. Времени уже у нас совсем мало. К вечеру подходит, поэтому... надо поторопиться. И, соответственно, я буду возиться в кухне не вот так вот с распущенным волосом. Это не дело. Поэтому на кухне волос в основном у меня всегда собраны. За исключением только тогда, когда я вышла только с душа, волос расчесала и даю ему немножко просохнуть. И не то чтобы готовлю, может, чай ставлю, кофе. А так волос я, в принципе, всегда на кухне собираю. Хотя бы вот только взад, но собрать мне надо, да? Поэтому, девочки и мальчики, пишите, как вам такой цвет. Я поставлю на заставку вам до и после мое фото. У вас будет возможность сравнить. Поэтому мне понравилось. То есть я осталась довольна. Пускай будет не совсем модерно, не совсем большие сильные изменения видны. Но зато мне так уютно. Поэтому волос я сейчас соберу и приступлю к домашним делам. В общем, пришла к Марселю, параллельно проверяю у него уроки, он делает математику сейчас. Я так удобно уселась, выкинула сюда ногу, на эту вот перекладину на кровати. Да, Марселька, у меня чистые носки, только что переодела. Они мне прям чистые-чистые, я люблю носки несколько раз в день менять. То есть с улицы пришли, когда, да, и я переодела носочки. Ну, решай, я только проверяю, сиди, решай. Окей. И, в общем, короче, наверное, я ищу все-таки предлог, чтобы отделать, чтобы не идти на кухню. Представляете, я так хочу спать. Эта погода вот резко, оно было вроде солнышко чуть-чуть, а потом резко вот так тучи натянули, сразу дождь начал моросить. И я реально прям вот сплю на ходу. Сплю на ходу. Ты не спи, давай решай. И, в общем, надо же идти заводить тесто на оладушки. Я бы, в принципе, могла тесто завести ручным миксером. Вот, оно у меня густое, я вам сейчас покажу. И рецепт очень хороший и простой. Сейчас, ребят, я отвлекусь. Что? Ты напиши, а я проверю. Если ты уже сделал Ахмаль Зин, теперь Ахмаль Нойн это Нойн Дацу. Ты что? В общем, и могла бы замешать это все тесто ручным миксером, но так как мне вот прям реально хочется очень сильно спать, то я сейчас все это сделаю в термомиксе. Правильно. И твой друг тебе уже написал, и он тебя ждет, пока ты закончишь уроки. Я сказала, что сейчас закончишь, и ты потом сможешь с ним играть. Ты все уже? Да. Сейчас поиграешь и сделаешь потом английский. Английский ему уроки не задавали. Марсель, включи, пожалуйста, свет. Я вообще-то в темноте сижу здесь. Спасибо большое. В общем, английский. Так, сейчас буду проверять сидеть. У меня сейчас, знаете, мне сейчас только математику проверять. Я не люблю, когда Марсель делает уроки и не закрывает тетрадь. Мне бабушка говорила, и мама всегда, все твои мозги выветриваются. Сейчас закрыла тетрадь. Сейчас, в общем, все проверю. О чем я говорила? Марсель сбил меня с толку. Что я хочу сильно спать. И, наверное, да, я сейчас сделаю тесто в термомиксе, ребят, и покажу только что, сколько я напеку, а отдельно сделаю рецепт оладушек уже, наверное, будет такой, чтобы он был коротенький, потому что эти оладушки мне очень нравятся, рецепт, он очень простой, легкий приготовление как на термомиксе, так и ручным миксером, поэтому я думаю, все ингредиенты необходимые всегда есть дома, ну или, по крайней мере, почти всегда есть дома. Вот, у меня кефир, он уже просроченный, но он был все время в холодильнике, так что ничего страшного, я сейчас, чтобы его не выкинуть, не испортить продукт, да, я сейчас с него приготовлю оладушки. И готовлю только потому, что Марсель очень хочет оладушки, и сегодня я этого не делала. Ну вот, ребенок просит, да. И за я вам говорила, не говорила, что Вова уехал, да, вроде говорила, Вова уехал на объект, в общем, он будет работать вдали от дома. И знаю, сколько он. Ну, врать не буду, сколько километров. Короче, у него вчера потребовалось 6-7 часов езды. Что? Да, напиши. В общем, он вчера ехал на фирменном микроавтобусе, то есть от фирмы, да, фирменным. Просто у нас называется фирменвагн. На микроавтобусе от фирмы. Он был за рулем.
Дорога дальняя, Вова, конечно, к таким расстояниям не привык. Причем после легкового автомобиля на микроавтобус тоже не совсем просто. Но, слава богу, он доехал до точки, все нормально, он написал, что он на работе, все. Вот, и скорее всего, что он в субботу вечером только поздно вернется. Вот. А мы в субботу, ребята, отправляемся на свадьбу. Если, надеюсь, все будет хорошо, все живы-здоровы, мы пойдем на свадьбу, приглашены у моей подруги, сын женится, поэтому оставайтесь с нами, посмотрите, какие мы... А, Марсель меня отвлекает. Какие мы будем, в чем мы будем одеты, какие наряды мы приобрели. Я заранее специально не показывала, не хотела, но сейчас... И даже сейчас сказать, не примеряла все вместе. Платье примеряла, мы платье заказывали мое. Вот, Витя купил себе костюм. У него есть тоже костюм, но он его уж давно не одевал, как бы, я думаю, подозреваю, мы даже его не мерили. Но он ему будет уже очень впритык. Все равно за несколько лет Витя набрал килограмма, как и я, поэтому все наши наряды... у меня очень много платьев, но они более короткие. Это платье будет более длина такая. Ну, короче, увидите, не буду раскрывать секреты. Если кому интересно, зайдете потом на видео и посмотрите. Полностью свадьбу, конечно, я снимать не буду, да, сына? Я и хай, сына. Спасибо большое. Оставь телефон. Так как у друга Марселина нет телефона, и они переписываются через друга маму, вот, и постоянно через мой телефон. И... Потому что мы Марселю не вбиваем телефон друга мамы, да? Зачем? Потом будет каждые 5 минут писать. Вот вы посмотрите на эту ленивую Валю. Я просто тупо сижу, разговариваю с вами, и все лишь бы не идти на кухню. Я тяну кота за хвост, и я не хочу идти в кухню. У вас бывает такой момент, когда вы ничего не хотите. Вот сегодня я реально, я через силу, сейчас буду проверять математику, я через силу пойду в кухню. И у меня стирается белье еще, мне нужно будет его перекинуть в сушку. Я не могу. Знаете, есть такая вот у меня любимая поговорка, не поговорка, а как любимое выражение, я не могу поднять ногу, просто не могу. Вот у меня это вот сейчас такой случай, когда я реально, я засыпаю. Может быть, я успокоилась, что в конце концов у меня теперь на руках маникюр, у меня свежепокрашенные волосы, подстриженные, я чувствую себя человеком, но я себя чувствую не выспившимся человеком. Я даю сама себе пинка, и я встаю и начинаю. Приступаю к оладушкам. Сейчас покажу вам, чем Валя занимается. Пошла на кухню за одним, а приступила сразу совсем. В общем, я решила одновременно сделать. Сейчас я поставлю в духовку вот такие крылышки. Крылышки, ножки куриные, они уже замаринованы. Все потому, что у меня есть гречка с подливом, но у меня подлив жидкий, ничего нету. Я решила сделать по-быстрому салат. Пока буду делать салат и оладушки одновременно, да, у меня уже поджарится в духовке мяско. На тесто, значит, на оладушки уже все сделали. Все сделали. Слышите, мы все сделали. Не мы все сделали, а Термомикс у нас все сделал. Термомикс сам мешал, я ему все задала. Он все помешал. Рецепт вы увидите позже чуть. В общем... Мяско здесь у меня килограммчик, просто действительно да, охота вот иногда что-то вот такого скушать, да. Вот. Духовка у меня уже разогрелась, я ставлю мяско в духовку. Все, пока мяско в духовке, мы приступаем дальше с вами. То есть мне время терять нельзя, так как я с вами поболтала, посидела и так, немножко чай попила, знаете, я много упустила времени. В общем, смотрите, тесто у нас на оладьи уже готово, да, сейчас я только перелью его. И сковородку уже поставила с маслом, сейчас мы с вами ее включим разогреваться. Пока она разогревается, да, я помыла уже помидорки, потом буду их кидать в салат и уже сразу... Ну, отбирать, вот, допустим, там вот есть такие маленькие еще веточки, да, какие-то. Может, какая-то помидорка плохая уже. Буду, ну, помыла и буду отбирать, кидать в салат. Помыла также уже руккола, она стекает. То есть помыла сразу, чтобы все стекало. Огурчик. Дальше, что мы сейчас с вами туда... Посмотрим, что мы еще туда положим. Я просто тороплюсь сейчас, это все стекает.
мяско в духовке. А мы сейчас займемся тем, чем переливанием теста в мисочку, да, чтобы было печь удобно. Ну вот, ребят, так будем выпекать наши оладьи. Немножко я их передержала. Чуточку. Не хочу ложить еще один посередине, потому что могут слипнуться. Смотрите, уже точит со сгущенкой. Он так долго ждал, да, сгущеночку? Ты любишь оладушки со сгущенкой? У него такая ладушка во всю руку вмещается. Мама этот раз большие сделала, да? До этого я делала, были поменьше немножечко. И вот так ему сгущеночку налила сюда. Он кушает, сидит. Приятного тебе аппетита, Марсель. Спасибо. Пожалуйста, я пойду кухню убирать и салат делать. Ой, ну с посудой я разобралась. Достала сейчас мяско. Сохнет полотенце. На горячую бросила, она прям духовка остывает. Я открыла окно сейчас. И что у меня? Марсель кушает оладушки, да, со сгущенкой. Вот такая у меня маленькая баночка сгущеночки была. Конечно же, я ему все взвешила, все высчитала, задала. В своей очереди здесь меня ждет салат. Вот так вот пока еще. Ой, еще не доделанный. Так. Ты все уже? Давай руки мыть. Вкусно было? Я не слышу. И? Спасибо. Пожалуйста. Он уже говорил, правда, спасибо один раз, я забыла. Здесь у нас еще машинку надо разобрать, посудомойку, как она меня бесит. В общем, и останется помыть сковородку горячую и термомикс. Термомикс сейчас я помою. Он там пополоскался, короче, и помою. Сковородка остывает, оладушки доедаются, духовка остывает. Посудомойку разбираем. Ну вот, ребята, оладушки, мяско, салатик и гречка в холодильнике с подливом. В общем, самый простой обыкновенный салатик. Помидорки, только у меня помидорки вот такие вот маленькие. Здесь у меня моцарелка, вот такие вот шарики. Здесь у меня рукола, сезам и репчатый лучок. Все это на оливковом масле. И вот такая вот красота витаминная у нас. Все, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Всем желаю приятного аппетита, хорошего вечера, ну или хорошего времени суток. Всем пока и до новых встреч!